Не выходя из дома, ежемесячные выплаты инвалидам будут выплачивать без подачи заявлений. Граждане, получившие инвалидность, помимо права на пенсию, имеют право и на ежемесячную денежную выплату. Ранее для оформления такой выплаты инвалиду нужно было подать заявление в органы пенсионного фонда. Теперь в течение 10 дней с момента поступления сведений об инвалидности специалисты пенсионного фонда установят ежемесячные выплаты. Уведомление о назначении можно увидеть на портале госуслуг.